Итак, приветствую вас, друзья. У нас компания Globus, да, обновление, да, у нас запустились банковские карты, да, вот видите, Visa MasterCard теперь доступна на вывод, так что это еще один шаг, да, компании, да, на развитие, на удобство, ну и так далее, да. Также давайте зайдем в кабинет, проверим это, да, теперь заработанные средства можно вывести не только через WebMoney, ну и здесь вот все описано, да, на банковские карты, да, банка любого банка мира, да. В принципе, очень хорошая новость. Вот, давайте зайдем, посмотрим финансы, да, баланс выберем и посмотрим, появился ли у нас этот раздел на вывод. В разделе вывести, да. Давайте проверим. WebMoney. Вот банковские карты от 50 центов. В принципе, это все достаточно классно, да. И давайте посмотрим, что у нас напишет дальше, да. И смотрим. Здесь у нас все подробно, да, прописано. Также можете подробнее почитать комиссии, да, банка и всего остального. Также смотрите внимание, здесь вот что-то написано тоже. Вот. Так что, друзья, хорошая новость. Всех поздравляю. Банковские карты у нас все-таки активировались. И это очень круто. Давайте зайдем, посмотрим еще раздел эволюции. Я вам покажу, да. Раздел эволюции у нас внизу. Смотрим, да, что же у нас тут получается. У меня серферник включим, давайте мы его выпечем. Так, аукцион у нас, значит, здесь работает на 100%, они реализовали. Так, геореклама у нас тестируется до 90%, да, скоро тоже она у нас заработает. Вот банковские карты на 100% реализовано. Вот, и смотрим дальше. E-mail маркетинг 95. Тоже у нас все это потихоньку двигается, да? Это хорошо, друзья. Ну и в принципе все. Я вам хотел показать новость, да. В Globus'е запустились Visa MasterCard. Теперь легко можно вводить на свою карту заработанные средства. И это круто, друзья. Всем пока. Отличного дня.